Привет всем! Я участвую в совместном проекте, который называется «Я и мой город». Я отвечу на вопросы тега. Первый вопрос: в какой стране я живу? Я живу в Греции, в древнем городе Кавала, который был основан еще в VI веке до нашей эры. Тогда он назывался Неаполис. Этот город находится на берегу Эгейского моря, и он является курортным городом, туристическим. Также второй вопрос. Что я люблю кушать на завтрак? На завтрак я люблю... У меня такой завтрак здоровый. Сначала я делаю уже в течение 5 лет последних воду, теплую воду с лимоном, с лимонным соком и с чайной ложкой меда. Через 15 минут я кушаю банан. И опять минут через 20 я кушаю в основном хлеб с сыром и с маслом. Так, следующий вопрос. Какая кухня мне нравится? Мне нравится легкая кухня. Я не могу сказать, какая конкретно, потому что все, что является здоровой пищей, мне нравится. Я в основном люблю каши, русские каши, гречневую, ячневую, пшеничную. Также люблю рисовую кашу. Также в Греции я полюбила зеленые салаты из различных видов зелени, рукколы, марули, как называется, или зеленые листья салата, шпината и других зеленых листьев. Также какая кухня, я сказала, мое любимое блюдо это окрошка. Затем, сова ли я или жаворонок? Я, скорее всего, жаворонок. Даже если я поздно лягу, все равно встаю рано. Могу встать в 7 часов, в 8 часов. Ну, иногда я в 6 просыпаюсь. Во сколько я просыпаюсь и ложусь спать в будни и выходные? У меня, так как я не работаю, у меня нет разницы, выходные или будни. Ложусь спать я приблизительно в 12 часов. Встаю около 7-8 часов. Иногда бывает, ложусь и в 1 часа ночи. Так, следующий вопрос. Мое любимое место отдыха, парк, лес или ресторан? Для меня... Неважно, это зависит от настроения, но самое любимое место отдыха для меня это берег моря, так как у нас есть море в нашем городе. Ну и парк. Люблю парк. И в лесу люблю гулять, у нас есть и лес в городе. Поэтому не могу сказать, какое мое самое любимое место. Скорее всего, парк. На каком виде транспорта я передвигаюсь по городу? В основном я передвигаюсь или пешком, потому что... Я люблю ходить пешком, могу в центр города спуститься и пешком. Иногда я поднимаюсь в свой район пешком. Но если у меня руки загружены, я на городском автобусе езжу. Метро у нас нет, потому что у нас маленький город. Так, любимое время года. Мое любимое время года это лето, потому что я люблю купаться в море, загорать. Это моя любимая. Также я люблю весну, но лето больше. Расскажите о достопримечательностях вашего города. А нет. Какая экология в моем городе? Экология. Я считаю, что экология достаточно неплохая. Несмотря на то, что в 11 километрах от нашего города есть... завод, химический завод минеральных удобрений в деревне Некарвали. Но это все зависит от того, какое направление имеет ветер. Если он в сторону города, тогда могут доходить там дым из этого завода. А так, я считаю, ну, так, кроме этого завода у нас в общем, нет каких-то заводов, которые могут загрязнять воздух, поэтому, или, ну, море. Это в основном этот химический завод, который
Тоже у него есть очистительные сооружения, там, которые очищают воздух, воду, но на самом деле я не чувствую, что у нас слишком загрязненный город. Следующий вопрос. Рассказать о достопримечательности моего города. Крупная достопримечательность нашего города является крепость Кавалы, которая называется Кастро. Эта крепость, она была построена в первой четверти 15 века. Ее построили византийцы, потом она частично разрушалась, надстраивали венецианцы, турки. Это первое. Достопримечательность это Кастро. Крепость. Вторая достопримечательность это средневековый акведук Камарес. Называется. Это византийский памятник, и он построен Сулейманом I в 1530 году. Следующая достопримечательность – это исламский пансион. Имарет. Это тоже находится в старой части города. И он построен в 1817 году. Мухаммедом Али, это был правитель Египта. И сейчас на территории этого пансиона находится роскошная гостиница. Также есть у нас старинное здание, это здание мэрии. Построено оно было в 1895 году. Это особняк венгерского торговца табаком. Следующее у нас, что у нас есть? У нас еще есть археологический музей. Там есть раскопки из гробницы Амфиополя. Также есть этнографический и табачный музей. В 17 километрах от Кавалы на северо-восток находятся древние Филиппы. Это самый большой античный комплекс в Северной Греции. Там впервые, это был первый город в Европе, это был первый город в Европе, в котором была организована христианская община. Апостол Павел покрестил первую европейскую женщину Лидию. Большое спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Пока-пока.